Ой. Бля! Он этого врубил. Чё? Я тебя пинаю, сука. Помоги! Да куб... Витя, посмотри вниз. Он... Никого не видишь? Ну, вижу, а? кто-то прыгает, какая-то синяя хуета. Просто... Охуел? Тупо как будто пейнтом вот так брызнули и это проанимировали. Прости, нет. Как нет? Нихера она высоко. Да она вообще тупая. Даже кошка не допрыгнуть, понимаешь? Нихера ты захотел. Как? А попробуй ты выше забраться. Стой. Смотри, тема такая. Я пониже спускаюсь, а ты попробуй выше и крюком цепануть. Во. А теперь попробуй с ней улететь, чтобы меня к вам телепортировал. Я сделаю, я себя взорву. Во, бля. Я гений. Все, сдаюсь. И оказываюсь у вас. Я у нее вертолет спиздил. Красава, маджали вертолет. Гениально. Можно было не умирать, но ладно. Смотри, смотри, как это делается. Сейчас, бинок, через бинокль смотрю. Пац. Знаешь, что самое забавное? Пересесть не мог. Вот ибо нахуй. А знаешь, в чем сам прикол? Че? Что мы ее сможем призвать только через 20 минут. Ой, бля. Нашел! Нашел? Да. Бля, пиздата! Пиздата! Я пожертвовал собой. И не только с собой. О! Война с наркотиками. Бля, наркоконтроль выехал. О. Наркоконтроль конфискует у вас этот транспорт, пацаны. Убью нахрен! Ладно. Петь. Да. О, не пугай так. Аж упал, бля. Да, ну тебе ебало страшнее. У той Веры было лучше. Спасибо за комплимент. Придет коллапс, и мы уже начали жатву, но бояться нечего. Чики-пуки там. Затем, брат, зажигалки принесли твои ебаные. О, выжил в самый последний момент. Черт, ненавижу ждать. Тебя так просто не поймать, да? Да. Че, садишься там? Да. Ща, смотри, слушай. О. Там не зайдешь, там решетка, да? Ты вернулся. Неужто ты нашел все зажигалки? Да. Черт, были времена. Мы еще не знали, что нас ждет впереди. Так вот, мы устроили нычку. Сейчас я ни на что не держусь. Не иди без меня. Но ты годишься. Хорошо. Возьмешь себе какую-нибудь пушку, ясно? Или чем ты там будешь мочить сектантов? И пристрели пару уродов для меня. Заберите награды с тайника. И чё? Чё за брать? Мужик, у меня это всё есть. А, да. Даже бабок нет. Хуёв, блядь. Эти зажигалки. Искал целую вечность. Дебил. Козёл, блядь. Пристрели пару сектантов за меня. Сейчас я!
Чё ты сделал? Ты в заправку врезался. Повезло, что я бумера не отозвал. Поднимай. Бумер, брат. Пиздец. Вот нельзя доверять людям, бля. Такая херня случается. Гандон, бля. Бежим, 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 бежим. Закусочная Обри. Обри. Ну ты пидорас, ой, пидорас, ой, пидорас, убил отца, сука. Убил отца, тварь. Тебя отстреляет. Это все за отца, да, сука, так тебе и надо. Получай, мразь. Заслуженно. Заслуженно, тварь. Понял, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой-ой. Пацаны, я не хотел. Признаюсь, не хотел. Не хотел, не хотел, не хотел, не хотел, не хотел, не хотел, не хотел. Не хотел, не хотел я. Вон, там бегает девка одна. И у нее... Сука. Девка, вон, девка, девка, пацаны, девка. Потом будешь, когда вот здесь, где я проходить, увидишь штану мамонта. Штану. Статую. Штану мамонта. Штаны так штаны. Штану мамонта. Вот это... А во, вижу штану мамонта. Клач Никса, нахер ты убил раком этого. Привет, последний клач. Ау! Там. 20 марта 1961-го. Внезапно осознав, что бог умер, цивилизация ни на что не годится, Клатч Никсон, величайший каскадер округа Хоуп, пошел на единственный разумный шаг. Какой? Он привязал себя к старому багги и промчался вниз по гористому склону прямо в заброшенный город Процветание. Когда Клатч наконец пришел в себя, он решил посвятить свою жизнь каскадерской работе и помощи безграмотным детям и завязать с попытками падения в бездны метафизического ужаса. Его номер спуска в бездну так и не смогли повторить. Кроме нас. Спуск в бездну. О, мы на тачках. Саня. Саня. Блять. Саня. Ты чё, еду, еду, еду. Не АФКаешь. Ой, блядь, тихо. Ебать. А это те маленькие тачки? Еду, 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 еду. Вы, бля, подвисли. Дерево въебало. Какая цена резкая. Резкая, дерзкая. Ты-ты-ты-ты-ты. Бля. Давай, едь. Давай. Ох, нихуя. Охуенно. Это как в фильмах, бля. Форсажи. Медведя, ты чё медведя не сбил? А я его не видел. Уебать. А это наша первая попытка? Да. Так что, блин, неужели... Постарайся хоть что-то выполнить с первой. Клатч Никсон. Да, гоняй я. На финише остановишься. Подождёшь меня. У нас время должно хватить. Остановись. На! На! Ты пидор! Первого раза! Ты пидор, я тебя просил на финиш остановиться! Я хотел, чтобы мы вдвоем ворвались, сука! Сука! Гори, тварь! Бля, успею воду налить? Нет? Перелил! Стой! На стол воду разлил! Че, воду на стол разлил? Да, хотел быстрее этот... Тебе удалось спалить все сраные алтари. Ой, неужели? Неужели? Неужели, да? Так, маленькая заминочка. У меня тут это технически не пало. Надо вытереть как-то это говно. У меня, скажи, потоп, блять.
Нахуй мы эти бочки с виски, блядь. Бухать. Открою карту. Хочу. Не надо. Короче, я беру лодку, там по-любому надо на лодке. Скажешь, как найдешь? Короче, а я поплыву дальше, тебя ко мне телепортируют. Во. Гениально. Скажешь, как возьмешь? Ты взял? Уверен, что меня к тебе. Да, 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 да. Давай так проверим. Просто так долго ждать, пока ты выплывешь. Да, и правда. Четко. Давай прыгай. Там чисто бочка была, да, на воде? Я как бы вроде прыгнул, вроде и нет. У меня такой щучка воткнулся в лодку. Готовься. Еще 5. Лайфхаки, блядь, это от Витька. От отца. Давай, готовься. Готовься, давай. Нахер. Ой, боже. Никогда не повторяйте это дома, блядь. А еще бы, блядь. Давай, наш любимый. Ой, у. Нихуя. Ты к чё? Ой, бля. Я немножко засмотрелся. Короче, это. А дай-ка я потом попробую так прыгнуть. Ну-ка, дай ща попробую. Мы рождены без греха. Следуй по пути, найди эту чистоту. Вера сит. Тук-тук нахуй. Бочки, блин. Алкашка, сколько ей бухать эти 15. На всю жизнь хватит. Да ебать, ты ебанись. Я так рада, что ты нашел Макхелен. Макхелен. Эти бочки пролежали под водой больше полувека. Я бы могла на этом заработать. Возможно, ебать, какой он еще вкусный. Виски? Да. Спасибо за все. Я у него пиво спиздил. Ну и правильно. И убежал такой. Вор скрылся с места преступления. Ой, блин, много. Я увидел, что Агнец снял первый из 7 печати. Я услышал одно из 4 животных, говорящих как в игровом голосом, иди, смотри, я взгляну, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец, и вышел он как победоносный, иди, чтобы победить. Сука. Нее нету, дебил, сука. Ой, я сейчас скину примак, он вообще на нее реагирует, нет? Отметь его. Ой. Блять. Да тихо, я не буду. Вот чисто вот туда приманку. Вообще реагирует? Да. А, не цуни. Ага. Блять. Все, побежали. Ай-дай. Нам их сюда как бы приманить надо, видите? Да, ай, подожди. Подожди. Стой. Пусть поднимается. Пусть там. Пусть там будет. Я хотя примаку не туда кинул. Ну, похер, подожди. Готовься, сука. Давай. Снимай. Ну, иди сюда. Снимай с разных ракурсов. А, окей. О, бабки. Я поставил. Угу, взрывай. Ща, погоди. Да, кроводракон 3. Ебой. Путь с нами, и ты найдешь путь к новому Эдему. Рядом. Это уточнить надо что-то. Да. Да, это последний задание на острове. Погнали. Самое сладенькое ставили на последнее, да? 4 июля 1963-го. 2
Ранч Никсон, величайший каскадер Монтаны, делает для Америки самый лучший подарок. Самый лучший подарок. Совершает отчаянный полет над долиной реки, выпуская залпы из тяжелого оружия. Круто. Хотя ему повезло, и он не разбился. Что ты там делаешь? Клатч все-таки повредил. Нет, не скажу. Ты прыгаешь. Я вижу. Вскоре Клатч сучага своего сборника эротической поэзии. По иронии судьбы, и трюк, и книга имеют общее название «Дыры былой славы». И никто не смог их превзойти. Да, это последний подвиг великого неповторимого Клатча Никсона, который мы сейчас просто обязаны. Обязаны сделать на нашем любимом самолете, от которого мы тогда долго долбились. Та-та-та-та-та. О, ты слева от меня, это классно, не сзади, как обычно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тун. Я протупил немножко, я забыл, как на нем подниматься. Так, хорошо, первая попытка минус. Ну я лечу, я лечу. Давай, давай. Он даже не напрягается. Ну тут изи, тут чисто вода, тут как бы это. Тут вообще как-то. Не то, что леса ебаны, да? Да, там пиздец было, а тут нормально. Попал прямо в яблочко. В яблочко. О, ты еще и обогнал меня. Начинается самое интересное. Да. Блять. Америка. Блять. Ой, дебил. Сука. Дебил. Даже напоследок ты. Яблочко. Ну, начинается самое интересное. Так. Держусь, держусь. По клатч нисовски. Никсовски. Нисковски. Никсовски. Сука. Никса! Давай догоняй меня. Мы должны на финиш ворваться вдвоем одновременно. Клатч. Никсон. Немножко сокращай, чтобы был со мной на одном уровне. Я прям за тобой, блядь, лечу. Аккуратно. Ой, тот заметил. Пролети! 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 А, не обязательно, да? Понял. Одну проебали. А, просто типа, понимаешь, кто летит первый, если он не пролетит, она потом убивается просто. А, и он, смысла пролетать давай, нету. Давай. Я чуть замедлился. Давай. Справа, справа, правее, правее меня. Давай! Это не последняя была! Это последняя, это финиш был! Нет! Да! Нет! Да! Да! Витя, короче, забей на похуй, блядь. Ты же забей на похуй. Не надо меня. Просто берешь и летишь. Хотел бы раз затем вдвоем ворваться в финиш одновременно. Ворваться ему хотелось. Ворваться, ты как-то не по клатч Никсовски поступил. Никсовски. Никсовски. Штана, блядь, мамонта. Да, вот финал, видишь, когда вот эта вот херня, это значит... Финал. Финал. Ну и, кстати, тебя тоже видно. И ты за 100 такой. Это кого ты там призываешь? Клатч Никсон, что ли? Пеку, пеку, пеку. Ебой! Да, дыры было славы. Дыры. Последние наши бабки, последний наш костюм. Поехали. Бля. Пиздец. 43-43, 52-52, 41-41. Бля, красота. На автопилоте давай поедем. Давай. Пусть сам едет. Ты точку поставил, да? Ты ж поставил. Здравствуйте, ебать. Ой, бля, извините, мне вас убить надо. А, ну да, да, по-любому. Сейчас ты эту пушку мне там покажешь на острове, мы разберемся. Хорошо. Вы же мне поможете себя убить? Ага. По-любому. По-любому. И вылез такого в окно сбитый, бля. Сука. Че мне обидно, что я, блядь, один навык не прокачал. И этот навык называется колчан-выживальщик.
Чтобы его прокачать, надо 8 навыков. Чтобы добыть 8 навыков, это пиздец. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Вера си. Бля, это так охуенно смотреть на это все. Да, пизда. Ты на карте смотришь или как? Да. А, это вообще пиздато. Вроде мы все изучили, что могли. Уже тупо все. Ебать, нам сейчас ехать. Да. О, в последний раз катаемся. И вылез из такого окна. Сука. Ну все, все, что ты сразу пол-то? Бля, встретить бы по дороге ангелов. Мне, я бы сделал быстро без пистолета. Чё? Чё? Чё, бля? Чё, бля? Стой. Чё? Подожди. Бля. Пиздец, я не теми патронами стрелял. О. А ты взорвал? Это, может, на этой поедем? Ну и чё? А, ну может на этой. Нет, тут радио нет. Понял. О, блядь. Чё? Чё? Кого? О, хера, чувак. И как наша тачка жива? Вопрос. Конец близится, вы чувствуете? Верно? Седлер. Ну, с богом. С отцом. Мы тут были только в начале игры. Теперь мы возвращаемся. А, когда мы прилетали? Да. Теперь мы возвращаемся на то, где все начиналось. То, где все и закончится здесь и сейчас. Усё. Да, да. Я выйду. Стой. Припасы. Припасы, припасы. Ну чё, погнали? Погнали. Погнали, ёпта. Из-за тебя мои близкие стали мучениками. Та же участь ждет и твоих. Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Господь следит. Какой вариант сейчас говорим? Сопротивляться, уйти? Давай сопротивляться. Ну окей, смотри. Я понимаю, что я пожалею. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Пизда сейчас будет. О, господи. Охуеешь сейчас, Саня. Да. А если бы мы ушли? Потом узнаешь. Я тебе отдельно это покажу. Готовься. Ух ты ж. Бля, вырубили нахуй сразу. Отца сразу убили. Саня, меня ваншотнули. Подымешь меня? Можешь подымешь меня? Кидай дымовуху под себе, меня сразу убили. Как так? А. Пиздец. Меня ваншотнули, т.п. Я даже не смог отойти. Ой, бля, ты телепортировался ко мне сразу. Тихо, тихо, тихо. КП мало. Ай! Изыди, демон! О, не те патроны, не те патроны, не те патроны. Тихо. Вы ощутите гнев Божий. Подымай, подымай их. Помогай. Прикрывай, прикрой, прикрой, прикрой. Ах ты ж, я тоже так умею, если чё. Понял, да? Я тоже так умею, смотри, бля. Вот так вот. Нейтрализуйте. Нейтрализовали. Я добил еще в конце. Ебать, он, короче, встал, давай в меня именно палить. Первый вообще ваншот, сука.
Прости их, отец. Ибо не ведают, что творят. Ой, бля, это пиздец. Когда Агнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь душ. Нет смысла его садить в тюрьму. Его посчитают за сумасшедшим, а он потом просто выйдет с дурки, да и все. Гром и молнии. И затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. И я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Либо... Охереть. Все кончено, дитя. Говоришь, сумасшедший? Господи. 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 Когда спасен. Сумасшедший, все говорят. А мы все в тачку влезем, интересно. Сейчас я не замолчал. Поехали! Саня в ахуе. Заткнись ты! Саня в ахуе. Мне интересно, а кто сейчас за рулем будет? Допустим, если ты, а где я буду? Ты где? А, я сзади на квадрике. Слушай дачу внимательно. Бункер, дача, я иду. Скажи мне, ты охуел, нет? Я полностью охуел. Ты понимаешь, что он всю игру был прав? Насчет. Что будет конец света, и он поэтому секту готовил. Ай, блядь. Ослепило, блядь. Бля. Пиздос. Квадрик какой-то неуправляемый, бля. Вообще жив. У меня тут пиздец, блядь. Нас развернуло, подожди, я на тебя. Горю, стой. Не могу, толкни нас, толкни. Это ГГВ. Горю, говорит. Так замерзи, ты нас вообще. Ой, блядь. Никто не придет на помощь. Это секрет на самом последней миссии Клатча Никсона. Я... Ой, блядь, ослепило нахуй. Да это ядерные бомбы взрываются. Да я понимаю. Бля. Сука, ну это же он все сделал. Ну, нет. Серьезно? Смотри. Поворачивай. А если буду тут помедленнее ехать? Я горю! Толкни нас! Мы опять застряли! Толкни! Я далеко! Мы застряли! Еду! Толкни! Мы застряли! Да! Вот, четко! И Костен! Вместе навсегда! Настя вовремя застряли перед Костеной! Ой, бля... Вместе навсегда, действительно. Все приехали. Бля. У тебя это была касцена, да, сейчас? Да. Смотри внимательно. Что? Вот.
бац. Пиздец. Значит, политиков заставили замолчать. Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный Бог очистил этот мир. Но главное... Значит, я был прав. Коллапс наступил. Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал. Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отнял. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Я твой отец. А ты мое дитя. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. У тебя было какое-то право выбора? Да. Какое? Первое. Самая нормальная концовка это просто уйти вначале, не связать его наручники. Ага. Это самое нормальное. А еще есть вторая концовка. В итоге все сдохли. А что было дальше, ты узнаешь только в Far Cry New Dawn. Что случилось с нами? Что случилось с ним? Что случилось с миром? Я полностью охуел. Я думал, мы его убьем, и все заебись будет. Ну да, блядь. Это было бы шаблонно. Ты всегда убиваешь главных злодеев, и они не правы. А тут... Он был прав. Ну я готов, молодой. Давай. Вылетай. На одинаковое расстояние улетаем друг от друга. В разные противоположные стороны, короче. И все, начинаем. Тихо. Ты попался на мою удочку. Ой, блядь. Да, блядь, я дымлюсь. Тихо. Ебать. А я последнюю метку поставлю кое-куда, хочу слетать, посмотреть. Бля. Всё. Чё? Да печальненько как. Ну радует, что... Прям всё. Прошли. Даже горы, блядь, даже, сука, горы. Какие грехи бы не отягощали твою душу, тебя ещё можно спасти. То, что ты здесь, не случайность.
меня ебут, блядь.